Йоу, всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами как всегда Жора. И сегодня я для вас подготовил достаточно интересный, ну и надеюсь забавный видеоролик. Мы с моей командой Team Mocha, ну все шарят по-любому, да. Будущее ЛТВ, топ-1 команда. Моментами собираемся, чтобы подвигаться, что-то поделать, поиграть. И именно сегодня мы это и сделали. Иногда будут выходить такие развлекательные ролики, но не все так просто. Тот, кто сегодня выиграет, заберет очень приятный приз. Деньги есть. Поэтому приятного вам просмотра. Переходим к видеоролику. Не забудь поставить лайк, но если здесь впервые, то подпишись, ведь дальше будет интереснее, наверное. Все, братанчик, приятного тебе просмотра. Ко мне пришел. А если 9 минут закончится, что будет? Просто типа как ничья, нахуй. Короче, смотрите, рассказываю быстро правила. Кто остается последним, получает 5 очков. Кто второй — 4, кто третий — 3, кто четвертый — 2, и кто самый первый — 1 очко. У кого больше очков будет, тот победив. Ого, тут даже физика есть. Физика. Ну, кабум уже... Ой-ой-ой! Ого! Кабум! Я просто завис на месте, не мог ничего взять. Ну да, тут же типа двигается, тут типа... Я понял. Да, вот так. Тут какая-то физика, тут багают свои эти текстурки. Ну, я вообще не видел, что вы после меня... Дэдзен, дай пройти. Меня Дэн зовут. Ой-ой-ой. Оно лагает. О, попёр. Уехал. Я думал... Зюзи остается на маленькой штуковинке. Да я с Дэном остался, я не хочу с Дэном. А Гоша сверху чисто так облетает, пацанов. Это было близко. Все, ББ. Зюзя живет. Да он здесь Дзену прибьет первым. Пацаны, пока вдвоем просто. Да Дзен меня блочит, урод, пацан. Я хочу на ту летающую херню. А ну вы, кстати, из-за того, что вы из разных команд, вы друг друга можете блочить. А тут и своих тоже можно. А, да? Да, ну, соревновательный режим. Ну, смотря какой режим. А я могу на эту пипку стать, короче. Да, Димас на ней стоит. Димас вообще бахер, он тупой красавчик. Стоит, кайфует. Опа, пипка полетела, пипка полетела. Его гребет. Это гриб. Big little. Димас просто в безвыходной ситуации. Будет трофель, если Димас в первом раунде выиграет. Так это так и будет. Кого кикнуть? Что за грипп? Он может упасть. Вон трупаки валяются. А чё, всё? Если мы втроём победим... А этот на шатающийся грипп можно встать? Да. Бля! Забальчено! Хорошо. Сука, надо так, а все, КТ выиграли. Да, кстати. Блин. Можно баллы разделить, типа, я не знаю. Бля, я так и не прекратил музыку. Дима, я залагал. Все, ГД. Все, ГД, я упал. Да, кабум в потоке. Так, он, кабум первый. После кабума упал. Ну да. Тут если ломает твою платформу, ты застрешь в ней, и все. Угу. Да, я говорю. Здесь. На харде играем. Ладно, все по чесноку. Первое место взял, можно и последнее. Так, еще Димас был жив. Ой-ой-ой, пёр. Ну, мы с Димасом первый. Да, Ваня с Димасом по 5 очков получили. Последний раунд, 5-й, будет играться только в центре. Для интереса. Понятно. И игра будет идти 30. Извините, перепрыгивай его на ту платформу вперед. Это победа будет 100%. Чисто бухопчик. Че, кто рискнет бухопнуть туда? Это плюс 15 баллов сразу будет. Вернулся. И Димасик запрыгивает! Ой, Димасик! Нельзя было бы. Ты ведешь? Да. Так опять мало, надо 10, мне кажется. А я не могу ходить. Окей, let's go.
Не, не хочу с кабумом, он притягивает неудачу. Два раза подряд. Кабум, не беги ко мне тут. Опа-на. Так, он террорист в желтой бандане. Я все понял. Банана. Ой-ой-ой-ой. Да во, я говорю, все на него притягивает. Ну пиздец. На меня на нас уже. Да, кабум, уйди, да. Да, от него лучше подать. А кому говорю, что он щитами запустил? Так, а Димас это вот... Вот он и запустил к себе магнит. А. Все, ББ. Я двигаться вообще не мог. Да, да, если у тебя рушится... Это когда платформу твою ломают. Надо заранее как-то успевать убегать. Очков получит. Димас, вот блин. Да нет, блин. Я не блин. О, щит. Here we go again. Ванюк! Ванюк! Я стоял на грибе. Так, четвертый раунд, пятый раунд, будут все в центре должны будут стоять. Да. Да че за комментатор такой громкий? Да, это жесть. Ну реально орёт. Я поэтому звук на минимальном звуку. У меня 1% стоит. Ё-моё. Да, я лучше в эту сторону. Тут начало резать. Ой-ой, Жека! Жеку попробуй, Женя! Не, не так, а чё? Димасик. Женёк, реально наживка. Я не знаю, он вроде в соседний падает, а почему-то гасит это. А чего это не? Стоп. Ой, ее перф остается с Димасом на одной маленькой платформочке. Так-то я вообще с Димасом. И Ваня остается с Димасом. Ой-ой-ой. Вот это бодрое-бодрое начало. Да, 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 все. Тебе пизда, я, блядь, 2 метра ростом, 350 килограмм, нахуй, 100 Нисланд, ебать, на левой руке, я тебя убью, нахуй. Ой-ой-ой! Что? Ванёк! А как снесло? Она вниз прилетела у тебя. Да, да, да. Петушиное говно. На гриб, Димас, на гриб. Ну, пацаны рискуют, все пацаны на грибах, Димас с гриба прыгнул. Скоро будут под грибами, да. Смотри, ты посмотри, как Женёк снизу засел. А я террорист? Валяется Ванёк. Да Женёк вон валяется. Я Женька ищу. Справа. А, чилит на солнце. Пока на расслабоне, на чиле. А, не, ладно, давайте пятый раунд будет такой же, можете не в центре стоять, но таймскейл будет двоечка. Я получил власть, которая и не снила с моему отцу. О! Это дисквалификация, мне кажется. Ребят, давайте честно. Только в центре, да я случайно, блядь, говорю, альт нажал, я летал из-за этого. Чисто по центру, да? Да. А на лесенку можно? Лесенка можно. Check in with me and do your job. Я всем почти добавил. А ну-ка. Ой-ой-ой, у Дзена вообще плохо. Они втроем и Дзен один остался. Кто же выкрыл? Ну сейчас сопля полетит из 8 коробок. Кстати, да, они же будут сейчас снизу летать, она может снизу прилететь. Ой-ой-ой-ой. Ой, почти разорвало. Центр смотрит на пацанов. Ой, ебай. Вот они. Ой-ой-ой, ББ, парни. Кто на грибке остались? О, ты что? Скользит чисто. Держи руку, Димас. Димас еще прибьет. Димас. Я держусь, ребята, я не отпускаю класс. Он коленкой держится, коленкой. Халява. Держи меня за руку. Давай, давай. Ты можешь на него на голову прыгнуть, и он упадет. Кстати, а с третьего лица нельзя было?
Так, в потоке, потом Зюзи. Нечестно. Получается. Ты подсчет баллов заводит. Ну выиграл Димас. Да, подсчет баллов сейчас делаю, пока можете еще раунд сыграть просто так. Да, Дзенчик выиграл. Ну, скорее всего, да. Я победил. Все прошло по плану. Ну что, друзья, вот такой вот видеоролик у нас получился. Если вам понравилось, то поддержите его лайком, напишите комментарий, за кого вы болели, кто вам больше всех понравился, за кого вы будете болеть в будущем. Такие ролики будут появляться достаточно часто. Все зависит от вас. Чем больше актива, тем больше у меня будет мотивации делать подобные видеоролики. И сразу же хочу извиниться перед вами, потому что мы пошли открывать кейс Дзену как победителю, но, к сожалению, я забыл поставить цену с цену, чтобы этого вам было видно, но я вам сейчас покажу, что по итогу нам удалось ему вывести. Это вот такую прекрасную нову. Все вы знаете, кто смотрит стримы, что Дзен любит поиграть с новой, и в принципе у нас ребята любят с дробашами поиграть. Вот поэтому вот такую прекрасную новую он получил, стоимость ее 600 рублей, поэтому в принципе я считаю, что это неплохо. Ну а на этом сегодня все. Всем хорошего вечера, дня и до скорых встреч. Пока.